Я как бы вообще видео даже записывать не собирался, но раз уж тут я обнаружил такую постройку, чё бы не записать. Сейчас пока он там ребятам что-то рассказывает, вот ответ на вопрос, когда вы все спрашиваете, а где он тут моется? Вот, пожалуйста. Во. Круто. Вот баня его. Вот дверь от бани. Строит он ее потихоньку. Так что вот вам, ребята, пожалуйста. Такое произведение искусств. Прикольно сделано, кстати. Интересно, где он столько пленки взял? Но это дверь. Сейчас пойду посмотрю, где я вообще. Я вам говорю, лучше умереть с голоду и холоду в лесу, чем получить чип от этого входа, ребят. Вы будете уже, если, не дай бог, он поставит этот чип от входа, вы будете кусками мяса на ниточках у дьявола. Вы ленивы не будете. Вы будете конкретно вообще управлять. И то, если бы вот не мужики в интернете лазили, да, я бы тоже внимания не обратил. Смотри, вот он идет, дымоход, да? И видно, что он весь долбленный. То есть он не это. И он уходит в никуда. Видишь, он уходит куда-то под пол. А так он, смотри, он выдолбленный. То есть ты строишь здание, да, получается? Опять камень снег вмурованный. Вот, кстати, да, вот, видишь? А мы тоже, слушай, внимания не обращали, что тут камень. И получается, кто-то же это долбил потом, после самой, как это, построили церковь. Значит, все-таки климат был теплее, а потом понадобились печки. Ты бы вот дом строил, ты бы строил с каналами уже, правильно? Под печку. Все вот кто говорят, что нету, да? А то яички, желток держал. Какой желток, арматура? В этом в здании желток. И причем везде вот эта ковка, она вот так везде соединена. Я в Потакино тоже лазил, ковка вот такая же здоровая, и она вот идет за счет этого. Коммунисты взрывчатку когда клали, церкви не взрывались за счет этого, а не потому что, как нам говорят, яичко там, блин, добавляли в раствор. И чего? Яичко затухло бы, и все. Он, видишь, 2004 год кто-то на железке написал. А вон там написано. Вон, Сашка, тоже, видишь, заложенное окно? Ну да. Считай, изначально же оно для чего-то было. Не для красоты так сделали. Ну да, зачем делать? Ты просто сделал стену, значит, его заложили. А вот и суть в этом, я говорю. Это вот про это Миша Камушкин трет в интернете. Вот, считаете, каркаса. Да, вот он, каркас. Вот он, да. Вот он. А он заказывается, деньги на Да у них в основном на пожертвование. Даже может не факт, но ты правда. То есть, не, оно, знаешь что,
согласись, из этого можно сделать было своеобразный Стоунхендж, хотя он тоже подделка. Есть даже видео в интернете, как его строят. Но это по факту... Вот еще один камень в основании. И кованый каркас, мой любимый. Но смотри, тоже интересно. Видишь, он до сюда доходит, а дальше его нет. По идее, она бы не обрушилась, если бы здесь он был. Вот это очень интересно. Тихо. Мне кажется, этот лес шумит. Нет? Техника. Это по той дороге, где мы на велосипедах ехали. А, вот сейчас слышу. Это дорога около этого второго домика. Что-то я первый раз такую жуть слышу тут. Динозавры какие-то. Сейчас такой выйдет. Куда ломиться будем? Сразу в окно. Слушай, смотри, они ближе все. Ребята, пошли за яблоками, а? Заодно посмотрим, кто орет. А? Нет, почему? Не, здесь мегафон только ловит. И то хреново. Ну чё, вовнутрь? Я бы сходил. Ну пошли. Надо сколько там видео снимают люди вообще. Ну а чё? Нормально. Вон, Дима, смотри, старые. Вон, старое железо. Чё тут только нету. Ну чё, где он? Сейчас прибежит. Должен отсюда выйти. Сейчас зайдем. Странно все это. Что-то новое. Вот этого раньше не было. Вот это такой был.